Так, раз, два, три, всем привет, с вами снова я, МЗВ. Так, вот мы добежали до очередного босса. Активировал я лифт. Ой. Так. Мисс Прайм. Так, что здесь за босс, я... Как всегда, не знаю. Я двух трентов убивал, забыл. Естественно, я поставлю. Заметно повышается сопротивление физическому урону. И как-то так будем пробовать. Командира Нинка. Так, а здесь надо на лошади с ним. Я помню, с ним на лошади дрался в этом. Ох, какие мобы сегодня. Ну хорошо, что он с ними не поднял. Пока их не убить. Надо его ликвидировать, этого моба. Ух ты, ебать. Так, надо, значит, что нам сделать, это... Я сложный босс был. Защита от молнии. Нет, это конечно пиздец. Сейчас я уже, наверное, не успею. Потому... защита какая-то. Нет, сейчас и получше однозначно. Я просто говорю, не могу. Ух ты, ебать! А все, хила не осталось. Да. Защита от магии, но нахер я сейчас попробую еще раз убить. Ну, я, видите, я не знал, что здесь за босс, во-первых. Значит, защита от магии оставим, да? Выносливость нужна ли нам вообще?
А чё там на лифте же можно проехать, нет? Где этот лифт? О, лестница какая-то еще. О, сука, смотри, что делает. Э, ну мне туда не надо, я хочу босса убить. Я не туда пошел. Это я потом уже. Там есть просто там много мобов, и я еще как с 9 хилками пошел. Лифт. Вот на этом лифте можно как поднять, я же его опускал. А вот здесь можно. Во, вот так вот, наверное, да? Во, точнее. Просто там много мобов. Так, надо теперь подумать. Ну, в принципе, нормально. Не физическому урону. Я не знаю, как там. Как получится. А то там много крипов. Пока этих не убьешь, им ничего не сделаешь. Хоть он не атакует, может я просто дистанцию держу. Пока он смотрит, пока я с этим справлюсь. Пожадничаю. Не, сам хит, сами не закончил. Блять, подставился. Как правило.
Класс, супер. Хочется перестраховаться, по-моему. Второй попытки убил, ребят, этого босса. Протез ветерана дали. Вот так вот. Командир Анил пал храбро. Второй попытки. Ну, понимаете, минус то, это то, что вот он мобов призвал, он с ними не атаковал. Это плюс, конечно. Может, я дистанцию просто держал от него. Я смотрел, когда он на меня двигался. Так, надо немножко еще ХП апнуть, потому что... Стойкости, видите, у меня 65, потому что у меня крутая броня и крутой этот... И щит, как бы, тоже дает о себе, как бы, знать. Так, ну, командир Анил пал храбрых. Ну, мне показался он легким, потому что я, видите, со второго раза убил. Правильные, как говорится, правильные шмотки одел. И... и мне он дался довольно-таки легко. Это за него 20 тысяч, что ли, дали всего лишь? А, нет, фу, блин, я же сейчас апнул. Ну, вот, такая, вот такой вот босс для меня легкий оказался. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. И у меня в скором времени... Это, наверное, 98 или 99 будет видео на ютубе. Я посмотрю. Скоро юбилейный сотовый будет. По Elden Ring.